Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 11 февраля. Свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Игнатия, Ивана, Леонтия, Константина, Герасима, Романа и Якова. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. В этот день Святая Церковь совершает память священномученика Игнатия Богоносца. Однажды на святого донесли светские власти императору Трояну, что он не дозволяет христианам участвовать в языческих торжествах по случаю побед Трояна. Император, прибывший в Антиохию, призвал к себе святителя Игнатия. «Ты ли называешься богоносцем?» — спросил он его. «Да и что это такое за название?» «Богоносец — это тот, кто носит Христа, Бога, в своей душе», — сказал Игнатий. Троян долго старался склонить святителя к отречению от Христа, обещая за отречение почести и богатства. Богоносец отвечал, что ему лучше страдать за Христа, нежели жить, отрекшись от Него в величии и славе. Тогда император осудил священномученика Игнатия на съедение зверя. И вот Игнатий, связанный тяжкими узами, был поведен в Рим на казнь. Он шел радостно на смерть за возлюбленного Христа и утешал христиан с плачем выходивших к нему из городов, мимо которых он проходил. Он имел твердость дорогой даже написать несколько посланий к христианам. Когда привели его на казнь, он помолился с бывшими тут христианами. Язычники, слыша, что он беспрестанно повторяет имя Иисуса Христа, спросили, почему он так часто повторяет его имя. Игнатий отвечал, что в его сердце написано имя Иисуса Христа, и потому уста исповедуют того, кого он в сердце всегда носит. Едва он сказал пред смертью еще несколько слов, как львы устремились на него и растерзали его тело. Христиане собрали его останки, перенесли в Антиохию. Долго они плакали о нем, скорбели. Некоторым из них святой явился, утешая их в печали. Другие видели его молящимся в народе. Очень многое изменилось в нашей жизни по причине изменения отношения к смерти. Когда священномученика Игнатия вели на казнь, то его прихожане, среди которых люди были достаточно обеспечены, они предложили ему: «Отче, давай мы соберем деньжат, дадим кому надо, но те заснут покрепче». Собственно, во все века стражи порядка, ну, они есть всякие, но, к сожалению, коррупция, она неустранима с веками, потому что для кого-то любовь к деньгам дороже всего на свете. Вот давай мы воинов облагодетельствуем, ну и ты еще некоторое время послужишь на пользу церкви. Святой говорит: нет, не надо. Я жажду пострадать за Христа. Я хочу умереть, как апостол Павел говорил. Я желал бы разрешиться от уз этого тела и быть со Христом. Жизнь для меня Христос. Смерть – приобретение этой жизни. Поскольку все у нас перевернулось с ног на голову, то очень для немногих людей, христиан в первую очередь, потому что за скобками христианства этот вопрос, мне кажется, даже и не обсуждается, потому что только христианство принесло благую весть. Весть о том, что смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Поскольку весть о том, что смерти нет, что упразднена смерть победою, что жизнь жительствует, то, казалось бы, христианам нужно крайне ровно и спокойно
относиться к этому периоду в жизни. Но нет. Для многих жизнью является стяжание максимальных благ, комфорта, роскоши. Человек попадает в такой самообман, в иллюзию. Думает, что для достижения максимального благополучия необходимо как можно больше стяжать материального, и все будет хорошо. Поэтому и отношение к жизни, и поздравления с различными праздниками, они все пропитаны этим. Главное тебе здоровьице, остальное купим. Но христианский подход к жизни и к смерти, он вот именно такой, как у апостола Павла и священномученика Игнатия. Человек стремится к встрече со Христом. Он желал бы как можно скорее перейти вот этот порог. Соответственно, жизнь человека с такой установкой, она совершенно проводится по-другому. В максимальном напряжении для того, чтобы быть непосрамленным при встрече с Богом. То, как изменилось отношение к жизни и к смерти, ну, очень ярко видно в отношениях к похоронам. Церковь провожает христиан радостными, мирными духовными песнопениями, которые составляют чин отпевания. Священники служат это богослужение точно в таких же облачениях, как и венчание, и крещение, и Рождество Христово, в белых ризах, ризах света, ризах праздника. А весь народ стоит завернутый в черное. Черные платки, черные одежды, траур. Хотя по-христиански, ну, во-первых, вещь совершенно естественная произошла. Человек умер. Ну, а что иное еще ожидает человека на этой земле? А с другой стороны, родился человек в вечную жизнь. Ведь дни памяти святых – это же не день их рождения, не день священнической хиротонии. Это день их духовного рождения в вечную жизнь, день их смерти. Скажут, так это же традиции народные. Таким образом вести себя во время похорон. Но народное это не значит церковное, потому что народ по-славянски язык. И многие народные традиции, они сродни языческим. Понятно, что в современных условиях это, ну, самое подходящее, конечно, облачение, когда умирает современный христианин. Потому что действительно глубокий повод для траура. Потому что о чем угодно близкие побеспокоились. И там о том, как, на каком кладбище, и как чего, и кого пригласить, и какую столовую заказать, и сколько купить к столу. Но самого главного вопроса многие и не решают, а как вообще человек подошел к этому часу смерти? Как человека подготовили? Как его с точки зрения веры христианской сопроводили, снабдили всем необходимым для пути в иной мир? Часто спрашиваю, ну а как человек поисповедовался, причастился, пособоровался перед смертью, примирился с Богом, с церковью, с ближними. Так вот, он уже болел и не смог, был без памяти. Но ведь он болел-то не сразу, а болел в течение 3 лет. В течение
трех лет можно было бы, ну, раз 20-30 пригласить священника, чтобы батюшка раз в месяц помолился с человеком, поисповедовал бы его. Так вот, тогда действительно смерть для человека была бы радостью. Радостью встречи с Богом, которого он полюбил бы за это время всей душой, всем сердцем. А когда вот так вот, как обычно, праздник, перебор в алкоголе, инсульт или инфаркт и такая смерть. Здесь действительно со всех точек зрения и со светской, тем более с христианской, огромная тема и для скорби, и для траура, потому что человек умер крайне не по-христиански. Что ожидает такую душу вечности? Ну, конечно, можно предположить, потому что вне Христа, вне церкви, во вражде с Богом, во вражде с церковью, ну, которая может быть активной, может быть пассивной, равнодушной, нет вечной жизни с Богом. И в этом смысле, конечно, огромная ответственность ложится на родственников, на близких, на их покаянный труд, на их жизнь по вере христианской, ну, наподобие святой блаженной Ксении Петербургской. Но у каждого из нас, пока, по милости Божией, впереди время еще есть. И было бы неплохо и сейчас, и завтра, и в течение жизни время от времени задавать себе вопрос, который обозначил преподобный Серафим Саровский. Он как-то сказал, что нельзя назвать человеком того, кто хотя бы раз в жизни не задавался вопросом: «Господи, а как мне умирать-то будет? Вот что я должен взять по ту сторону земли? Что важно, что не важно? Как скоро это наступит? Готов ли я сейчас? А если это завтра? А если это сегодня ночью?» Придет ангел и скажет: «Душа, выходи, вопрос очень серьезный». Потому что от того, как человек пройдет этими вратами смерти, зависит его вечная участь. Вечность – это не 100, это не 1000, это не 1 000 000 лет, а вечность, которой не будет конца. Не будет конца вечной радости, вечной жизни, но не будет конца и страданиям, если душа человека не будет готова к жизни со Христом. Задумаемся, дорогие мои, и начнем всерьез в своей жизни менять отношение к самому главному дню после дня нашего рождения, дню нашей смерти.